Матраимовтун бир офисин саттык биз. 16 миллион долларга. 16 миллион долларга саттык. Азыр ошо 16 миллион доллар. Можете сегодня посмотреть на счету, специальном счету находится у Госкомимущества. Так? Это 1 400 000 000 чем-то миллионов. То есть мы ежедневно это все как бы обновляем, ежедневно. Сейчас мы у Раима Матраимова забрали, не то что забрали, он добровольно передал, пока добровольно передал, около на 60 миллионов долларов своего имущества. Но я думаю, по моим как бы расчетам, по нашим расчетам, которые мы сейчас работаем, с ним уже долго мы работаем, где-то с него мы должны забрать его имущество, перечень, который у нас имеется, через судебные органы, через добровольные передачи, где-то приблизительно около 200 миллионов долларов мы должны у него забрать. И этот процесс продолжается, этот процесс будет идти. Так, в конце концов, те имущества, которые он перепродал нескольким людям, якобы перепродал или там переоформил, тоже будем забирать.